Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 250. Политика. В России отменена смертная казнь. Каково ваше мнение, хорошо ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В данном случае, как христианин, я против смертной казни. То есть жизнь может отнять только тот, кто ее дал, Бог. Это рассуждение основано на Евангелии, и поэтому настаивать на правостороннем движении я не могу. Если кто голосует за смертную казнь, то он должен представлять, что он выносит этим приговор. У нас в России и в других государствах было время, когда судья, вынесший смертный приговор, обязан был сам и приводить его в исполнение. Как гражданин, я за смертную казнь, если страна наша не стала христианской. Пусть будет у нас суд шариата, который мне очень импонирует по многим статьям. Или жить по закону Моисееву, смерть за смерть. В России отменили смертную казнь, совершенно не считаясь ни с обстановкой, ни с мнением граждан. У меня есть стихотворение в книге стихов «Церковь, свобода, тюрьма», которое называется «В общении всегда другая сторона». В общении всегда другая сторона. Не только главные герои и объекты. Незримая натянута и ни одна струна. Лучом блуждающим не высветил прожектор. Убийца-вор, изменник-крохобор, настойчиво твердят о милости, амнистии. Вопросы о погибшем судья и прокурор почти не задают, их думы об убийце. А тот с другой оборванной страницы пугающе маячит. В горле нож. Какой кошмарный крик, в гримасах боли лица. Процесс без их участия есть ложь. Опухший просит смело подаянья, и не разжеваны дрожащие стаканы, а он теперь должник, подавшего достанет из адской пропасти вопящих к Аврааму. Принявший милостыню каторжный работник, молитвенник, насыщенный утробой, а если давший вдруг разрезавший разбойник десятки жертв насиловал, угробил, сидеть спокойно, в этом ваша сила. В слезах молиться при земных поклонах. Не шимпанзе, не правнуки гориллы, пробирочные гены или клоны. По-малому крестясь и отгребаясь от дел лукавнующих в этом мире, не суемудрием кичись, беги от басен, от кафедры сектантского сортира. Свет православный и не понаслышке развалины в душе во тьме осветит. Пост изгоняет жирную одышку, а так ты у инфаркта на примете. 19 декабря 2001 год. Игнатий Лапкин.